Едем, да, Ангелина? Добрый день, друзья. Мы едем к нашему любимому Радже, белому бенгальскому тигру. Вон снежок у нас совсем-совсем растаял. Да? Скажи, Раджа, привет! А, он увидел. Добрый день. Что там сейчас еду носят, да? Кипера увидел. И такой весь взгляд там. Да? Куда? Еще куда-то поедем? Или возле Раджи постоим? Угу. Скажи, Раджа, ты наш красавец. Такой красивый-красивый. Все голубые глазки. По ним сразу понятно, что это... Да, что это не альбинос. Скажи, да? Сразу понятно, скажи, что это бенгальский белый тигр. А если бы глаза были красные, то это был бы альбинос. Розовый носик. И знак. Сейчас я приближу. Вот три нижних полосочки. Вот так. Обозначает на китайском языке иероглиф «король». Ангелина, красивый Раджа, да? Ты выходить будешь? Закрывай, закрывай коляску. Вот так, молодец. Поехали. Пальцы, скажи, правильно, не сопать. Раджа, пока мы Ди проверим. Ангелина, Ди вон твоя. Давай, подойдем к леди Ди. Посмотрим, как у нее характер. Леди Ди. Мы приехали, скажи, к тебе. В золотой куртке. Такой же, как у тебя. Золотая шубка. Да. Диана. Леди Ди тоже видит кипера с ведром. Значит, что-то несет вкусняшки. Ага. И Раджа не спускает глаз с кипера. И Леди Ди. Да, Ангелюша? Раджа стал нервничать. Скажи, Ангелина, ты кушаешь? Я тоже хочу. Да? Скажи, у меня ужин. Кто так стесняется? Кто так камеру... Ой, глазки строит. Рядом стоит мужчина, и она строит глазки. Закрывает глаза. Если она не видит никого, значит, и ее никто не видит. Кокеточка ты растешь. Ну. Ай, ай, ай. Вся и стеснялась, да? Ой, кокеточка кто у нас. А там. Дзинь-дзинь. Вот ты заигрываешь. Ты уже и позвонила. И уже глазки построила. А там... Диана пошла ужинать. Раджа, иди тоже. Иди, там вкусняшки принесли. Нет. Нет. Ну все, Ангелина, поехали дальше.